ओमज्ञान चिमरांदस्य जनार्जना शवकयम् चक्षुरुन्मीलितामीनम् तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचितान्यमनोक्षिष्टाम् सकृतान् अनुभूतये स्वयं रूपा कदमहयम् ददति स्वापदञ्चितम् वञ्चितापतरुभ्यश्च कृपसिंहुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सजी गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णु पुत्रे कृष्ण पुत्रे Пожалуйста, вопросы, какие остались, задайте мне сразу. Опять-таки, чтобы понимать по терминам дружба, если мы разбираем в нашей категории дружба как нечто развивающееся, то между мужчиной и женщиной к чему приведет развивающаяся дружба? Догадайтесь сами. Поэтому это лучше считать частью любовных отношений между мужчиной и женщиной. Если она не развивается, значит, это не дружба, значит, это какое-то, так сказать, какая-то корыстная операция по поводу получения каких-то благ. Поэтому иногда, так сказать, это применяется как какая-то политическая стратегия в работе, где-то там в руководстве, еще что-то. Но чтобы получить просто какое-то благо, какую-то должность, какие-то деньги, еще что-то. Но если мы принимаем дружбу как развивающуюся структуру, то, соответственно, мы должны понимать, что рано или поздно такая дружба должна закончиться любовными отношениями. Поэтому с этой точки зрения дружбы нет. С этой точки зрения это часть любви. Поэтому, соответственно, делайте выводы, когда кто-то говорит, что они дружат. А кто это говорит? В народе. Ну, в народе может быть и так. А в общем-то, в реальных отношениях, как мы разбирали раньше на предыдущих лекциях, то никогда нельзя отказываться от дружбы, если появляется такая возможность. Поэтому я не думаю, что есть какие-то ограничения. Потому что, в общем-то, не накладывает отпечаток наш возраст, просто меняется сам стиль дружбы, меняется то, с кем мы дружим и как мы дружим. Поэтому, может быть, для до 30-летних это уже не будет называться, по их мнению, дружбой. Потому что уже будет другой уровень эмоций, будет другой уровень отношений. Поэтому, может быть, им эта дружба не покажется, но для тех, кто уже в возрасте, это будет самое, что ни на есть дружба. Это, может быть, просто существует непонимание разных уровней отношений. Разных таких временных, а возраст накладывает непонимание между вот этими разными прослойками временными. Поэтому, например, не рекомендуется создавать браки, когда слишком большая разница в возрасте, больше 7-9 лет, то есть когда достаточно большая разница, так как вот эти разные эпохи некоторые, то есть разные прослойки возраста, они живут разным психологическим возрастом. Нравятся разные вещи, нравится разная музыка, разное знание, разная пища, в конце концов. То есть вот это реальное различие в миропонимании. Поэтому и, соответственно, в общем-то, трудно понять, на какой основе общаются люди, у которых другие временные рамки, другие, в общем-то, вот эти возрастные отношения. Поэтому я бы сказал, что это просто непонимание вот такое между разными возрастными прослойками. Поэтому, в общем-то, как мы говорили, в дружбе должно быть некоторое равенство, то есть мы должны понимать друг друга. Поэтому, например, в семье супруг или супруга – это лучший друг, поэтому между ними не должно быть слишком большой разницы, иначе они просто не поймут друг друга. У них слишком большое непонимание будет, и достаточно опасное, может быть, соединение. Но хотя есть исключения всегда, но исключения только подтверждают правила.
подойти, не получается. И не подойти, тоже не получается. Или промолчать, и не сказать, не получается. Как это получается? Если человек рискует как-то поступать, чтобы разрешить ситуацию, то в любом случае он совершает подвиг, и его поступок, даже если его убивают на поле боя, его поступок приравнивается к действию воина, то есть он рискует, идет, действует как-то в этой ситуации. Поэтому даже если и заканчивается все не очень хорошо, то ну, как минимум он поступил как воин доблестно. То есть он попытался что-то сделать, поэтому он не будет деградировать, они в ад пойдут. Обещается, что если человек поступает как воин, рискует собой ради какого-то дела, и мы видим, что даже рискующие воины погибают. Поэтому, в общем-то, его сознание развивается. Ну, конечно, этот риск должен быть разумный, оправданный, но иногда невозможно понять, как поступать, и нужно просто рискнуть. И этот риск его приравнивает к солдату, к воину, поэтому, в общем-то, он уже действует как воин. Он должен пойти и рискнуть, должен встать под эти пули, и идти и как-то действовать. Поэтому, в общем-то, это уже доблестный человек, поэтому его поступок будет доблестным в любом случае. Я не вижу проблемы, это правильный тип взаимоотношений. Друг обязан делать подарки своим друзьям. Ну, закончатся деньги, будет делать другие подарки, будет свое общение дарить, доброе слово будет дарить, улыбку будет дарить. Но пока есть деньги, нужно делать реальные подарки своим друзьям. Тут нет какой-то, так сказать, большой проблемы. Вчера мы, в общем-то, на этом остановились. На этом моменте мы говорили о том, что жизнь и имущество, процветание, это временные вещи, они все равно закончатся. Поэтому лучше их отдать на подарки друзьям, на добрые дела, на наши взаимоотношения. Поэтому пока есть, пусть отдает, наоборот, это хорошо. Если он не будет делать подарки, он будет тратить на какие-то глупости. Ну, закончится, закончится. Все всегда заканчивается. Все всегда заканчивается, поэтому это неплохое поведение, это хорошее поведение. Это не значит, что если мы делаем подарок, то мы покупаем дружбу. Дружбу невозможно купить. Дружба – это естественное состояние сознания. Поэтому никакими подарками дружбы не купишь так просто. Но если человек искренне пытается сделать что-то, у него есть это, и он делает это. То есть принцип разума – это практичность. У нас есть деньги, мы дарим что-то физическое, все довольны, все счастливы. Нету денег, дарим что-то интеллектуальное, почему нет? Это принцип разума, в общем-то, отдавать то, что к нам пришло. То есть к нам что-то приходит именно для того, чтобы мы это могли отдать. Поэтому если к человеку пришли деньги, он должен отдавать другим какую-то часть своего процветания. Это вполне нормально. Деньги уйдут, будет другое давать, ему что-нибудь другое придет, какие-то возможности, но мы должны отдавать то, что есть. Поэтому я пока не увидел большую проблему. Не вижу. Все по плану. И то это большая редкость. А кому сегодня друзья сделали какой-то реальный физический подарок? Поднимите руки. Видите, не очень густо. Не очень густо. Поэтому радуйтесь, то есть свои друзья, которые могут подойти, ну, подарить набор Шримад Бхагаватам, билет на самолет до вашего города. Почему нет? Очень приятно. Очень даже здорово. Ну, какой-то пример можете привести? О чем вопрос? Ну, какой-то пример нужен. А что в отношении к женщине? Это что за тонкое наслаждение женщины, не доходя до интима? Я понимаю, о чем вы говорите, да. Межполовые отношения нельзя окрашивать духовной философией. Межполовые отношения – это межполовые отношения.
То есть нужно понимать, что в них есть достаточно конкретная, так сказать, определенность в межполовых отношениях. А поэтому какое-то время нас преследует вожделение, и мы удовлетворяем свое вожделение в благородной любви, по всем правилам, так сказать, морали, благочестия. Но, так сказать, не всегда стоит искать в этом какое-то духовное объяснение нашим отношениям. Это хорошо, конечно, когда, так сказать, мы связываем свою семейную жизнь с духовным ростом, но это отдельная часть нашей семейной жизни. Но реальное отношение между мужем и женой – это особый род отношений. Это особый род отношений, это то, что выделено в отдельную часть культуры, как отношение между мужем и женой, дозволенные отношения. Поэтому нельзя их путать. То, что вы говорите, это уже более духовные отношения, это отношения, например, сына с матерью. Вот здесь уже есть более тонкие какие-то моменты, мы можем их, так сказать, отдельно разбирать. Это уже отдельная часть культуры. Отдельная часть культуры. А поэтому отношения между мужчиной и женщиной делятся на отношения между сыном и матерью и отношения между мужем и женой. И нужно понять, что если это отношения между мужем и женой, то здесь присутствует, то есть реальное какое-то счастье физическое, никакой там проблемы нет. И очень трудно взять и перевести их в отношения между сыном и матерью, то есть фактически невозможно. Ни те, ни другие невозможно взять и перевести, это будет культурной ошибкой. Поэтому или это высокие отношения между сыном и матерью, или это отношения между мужем и женой. Поэтому я бы не пытался между ними еще что-то третье придумывать. Понимаете? Ага. А в чем проблема в наслаждении? Мы рождены для наслаждения, и если мы делаем грамотный поступок, если это благочестивый поступок, если он совершен по всем правилам морали, как, ну какая проблема испытывать радость от этого? Это было бы очень странно, что мы делаем хорошие поступки, испытываем от этого горе. Нет, мы рождены для счастья, мы хотим, чтобы все нам приносило счастье. Более того, особенно хорошо испытывать счастье от совершения хороших поступков. Вот подозрительно, когда человек испытывает счастье от совершения плохих поступков. Вот это действительно проблема. Когда человек сделал гадость и радуется. Вот это проблема, да. Но если вы совершаете хороший поступок и счастливы тем, что у вас получилось совершить хороший поступок, это замечательно. Это, в общем-то, ну, то, чего мы должны добиться-то в принципе. То есть мы должны испытывать счастье от того, что мы делаем добро другим. Потому что есть два состояния сознания. Испытывать счастье от того, что мы делаем горе другим, причиняем какие-то проблемы. Или мы испытываем радость от того, что мы что-то даем другим. Поэтому, ну, конечно же, в этом есть элемент счастья. Естественно, я понимаю, что вы имеете в виду некоторый элемент самолюбования в этом может возникнуть. Или что-то другое. Объясните мне, я не очень могу понять. Да, вот это элемент самолюбования. Так вот я только что это объяснил. Что в этом есть элемент самолюбования, но это наше эго, и оно всегда оставляет немножко себе. И насколько мы развиты, настолько мы отдадим другим, а что-то оставим себе. Поэтому вот этот элемент некоторого эгоистического самолюбования, это то естественное, что мы оставляем себе. То есть мы готовы накормить других, но и себе тоже тарелочку оставим. Почему нет? Это наше естественное положение. Мы не можем все отдать сразу. То есть мы еще не готовы к такому состоянию полной отдачи. Это не наш уровень. Поэтому мы накормили других, но мы должны и сами поесть. Нет ничего страшного, нет ничего более страшнее, чем человек, который кормит других, но сам голодный. Поэтому прежде чем кормить других, нужно и самому, так сказать, быть уверенным, что тарелочка где-то стоит, что немножечко осталось. И тогда есть какое-то удовлетворение, спокойствие. Это наш реальный уровень, нам тоже что-то нужно. А иначе мы станем злыми, такой злой раздатчик пищи. Жрут тут пришли. Это страшно немножко. Поэтому нет никакой проблемы взять свою честную долю. И поэтому то, что мы сделаем кому-то добро и почувствуем некоторую радость, нет, в принципе, никакой проблемы, то, что мы взяли свою честную долю вот в этом моменте, также порадовались за то, что у нас получилось сделать доброе дело. Поэтому не стоит этого сильно бояться, можно просто понимать, что таков наш уровень.
нам тоже еще нужно испытывать радость от того, что мы что-то делаем. Это наша честная корысть, она честная, то есть мы ее честно получаем, это нам нужно. Так же, как для питания нам нужна честная тарелка пищи. И она не является стыдом для человека. Это не стыдно съесть свою честную тарелку пищи. Также и не стыдно порадоваться, что кому-то сделал добро. Ну, это моя честная тарелка. Да, может быть, это с идеальной точки зрения эгоистично, но и тарелка пищи тоже эгоистична. Все должен отдать. Ну, это, я, конечно, понимаю, все. Ну, хотя бы картошечку одну в мундире оставьте. Поэтому и в этом случае тоже есть, да, вы это правильно заметили, есть. Но это не так страшно. Со временем будет проходить, будет более благородно все это выглядеть. Добро или зло? А что-то поконкретнее можете привести? Ну, что-то вот. О чем вы сейчас говорите? Какой-то пример конкретный. Допустим, человек попал в тяжелую ситуацию, совершил преступление, да? И мы его спасаем. Да. Я понимаю, да. Я понимаю, да, этот момент теперь не ясен. Принцип такой, что развиваясь, в нас также просыпается и сострадание. Что значит сострадание? Я напомню, мы эту тему разбирали, сейчас я напомню этот момент. Сострадание — это значит, что мы понимаем, что человек честно получает по заслугам, это его карма. Но мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить его страдания. Понимаете? Поэтому в этом секрет, что несмотря на то, что мы понимаем закон, мы все равно прилагаем все усилия, чтобы помочь человеку облегчить страдания. Поэтому задача нас, как друзей, мы помогать другу, что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Понимаете? То есть это друг. Он не говорит, что ну все, вот ты честно влип, поэтому я тебя лично отведу в милицию. Нет. Наша задача — ему сказать, да, ты честно влип, но я тебя буду спасать. Пойдем думать, как спасемся. Понимаете? Да, мы понимаем, что он честно влип, но мы как друзья должны изо всех сил облегчать его страдания. Это как врач, знаете, человек приходит, ему больно, говорит, зуб болит. Врач говорит, ты честно влип, нечего было сладкое жрать. Нет, он говорит, бедненький, ну как же так, ну зачем ты столько сладкого ел? Ну да, вот все зубы давай, сверлить, паять. То есть сострадание — это признак помощи. Поэтому видите, как интересно, с одной стороны вроде бы да, с другой, вспомните братьев Пандов, как Дурьотхана, мы вчера разбирали, он попал в этот плен к этим племенам, он пошел смеяться над Пандовами, посмеяться специально, поиздеваться, они были в аскезе, а они пришли покушать перед ними. Знаете, вот косточки покушать, они были голодные, Пандовы, ну представьте, что вы 10 лет не ели нормально. И тут перед вами специально пир развертывают, полномасштабный, запах и все. Они пришли поиздеваться, и Дурьотхану украли вот эти местные жители. И Пандавы пошли их выручать. Они пошли выручать, они понимают, они разговаривают, да давайте пусть его, слава Богу, и украдут, и слава Богу. И слава Богу, и все сразу решится, остановится, и пусть они его там съедят, и слава Богу. Так ему и надо. Но они подумали, решили, мы братья, мы должны идти и помогать. Да, он негодяй, да, он столько горя нам причинил, да, он хочет нас убить, но он попал в беду, и мы понимаем, что он правильно попал в беду, но мы должны пойти и помогать. И они пошли, его освободили ценой войны с другими друзьями. Это племя, они были друзьями Пандавов. И они пошли и сказали, освобождайте нашего брата, иначе будем воевать, мы не хотим с вами воевать, но вы наши друзья. Понимаете, как интересно? Там такая вот очень тонкая ситуация. И то же самое в нашей жизни происходит. Да, мы изучили закон, но мы не должны стать жестокосердными. Изучение законов кармы, изучение вед не должно нас делать жестокосердными, что мы теперь знаем карму, теперь получаете все карму, мы поняли. Все, что человек получает, это он по заслугам получает. Нет, наше сердце должно становиться мягче. Должно становиться мягче. Несмотря на то, что мы изучаем закон, сердце должно становиться мягче. Поэтому если наш друг попал в беду, он попал в нее честно. Всегда все попадают в беду честно. Но это значит, что наша доброта сердечная должна проявиться в том, что мы должны максимально избавить его от этой проблемы. Как
тоже вчера мы или позавчера мы говорили про Великую Отечественную войну, и тоже мне рассказывали один момент, что очень часто, когда отправляли на расстрел этих фашистов, то русские воины, они отпускали этих фашистов, чтобы они убежали к себе на ту сторону. Очень много было таких случаев. И даже потом самих солдат так получалось, что это как-то узнавалось, и они попадали в очень неприятные ситуации. Ну вот, как-то не позволяло некоторым солдатам вот сердце вот так пойти и просто расстрелять. То есть не могли они. В честном бою это одно, а когда вот так вот приходится без честного боя, так сказать, даже по закону, в принципе, войны и действия не получалось, и они отпускали этих пленных, они убегали. Как с той стороны, так и с этой. Это было целое движение, то есть оттуда убегали отпущенные, и отсюда убегали отпущенные, те, кого отпустили воины. То есть вот, ну, есть разница. А поэтому даже в таких жестких ситуациях, когда идет война, или явно вот закон пришел, все равно мать будет спасать сына, а все равно, ну, любимые будут спасать любимых, друг будет спасать друга. Мы будем делать все, чтобы не допустить излишней боли. Вот в этом некоторый такой парадокс дружбы. Парадокс знания и мягкости сердца. Вот так нужно понимать свои обязанности. А иначе проявится вот эта жестокость. Проявится жестокость. И нет ничего страшнее, чем получить жестокость от друга или от любимого. Вот нет ничего страшнее. Это твоя карма, страдай. Вот это нет ничего страшнее. Услышать такие слова. Я слышал. Я слышал. Как это говорят, один человек другому так и говорит. Поэтому лучше так аккуратно с этим. Все. Нельзя без врагов. Может и проверить. Вот я уже предлагал, ну, ко мне подходили, меня спрашивал, вот у меня нет врагов. Я говорю, нет, пока вы, так сказать, не попали на ситуацию, где есть враги. Вот, например, вам очень простую ситуацию могу дать. Ночью погулять, вот где-нибудь по берегу моря или вот по дорожке пройдись. И найдется враг обязательно. Он подъедет на машине, скажет, снимай часы, деньги давай, в лоб даст на всякий случай. Ну, то есть, пока мы ведем себя спокойно и мирно, в принципе, враги не появляются. Да, вот тут как-то нет врагов, я надеюсь, да? Нету, да? Нету как-то, да? Видите? Все спокойно. Но как только мы чуть-чуть переступили границу, например, в Ведах говорится, нельзя переступать границу дня и ночи. Или ты житель ночи, тогда не переступая границу дня, или ты житель дня, тогда не переступая границу ночи. Но если ты пошел вечером гулять по подъездам, искать приключения, врагов спокойно найдешь. Никакой проблемы нет. А поэтому, да, до какой-то степени мы не видим врагов, то есть, ну, а пока нет какой-то ситуации. Но если жизнь заставит нас переступить эту границу, так сказать, спокойствия, то запросто встретиться сколько угодно. Запросто встретиться. Или наша жизнь так изменится, что они проявятся. Просто враги проявляются при определенных ситуациях. Это называется огонь, вода и медные трубы. А придет к нам известность или большие деньги, враги появятся. Поэтому говорится, что помните, я говорил, да, что на определенном уровне богатства даже родственники иногда хотят убить своих богатых родственников. На начале процветания только близкий круг нас ненавидит, на среднем уровне процветания уже даже соседи нам мечтают горя, а на высоком уровне процветания даже родные и близкие могут стать врагами. Поэтому запросто это может проявиться в любой момент, поэтому периоды жизни меняются, но в один период мы видим такие ситуации, в другой период нет, летом снег не идет, понимаете, а зимой нет дождя, но вот ночью выйдете погулять и будет много врагов, сразу начнут враги попадаться. На войну пойдете, вообще будут одни сплошные враги. Но займетесь бизнесом, столько будет у конкурентов, которые будут вас подсиживать, а придумывать разные способы стереть вас с лица земли. Много вариантов, сколько хотите, вам сейчас каждый расскажет, как легко появляются враги. А поэтому, в общем-то, это дело наживное, и не стоит особенно волноваться по этому поводу. Поэтому лучше знать, как с ними себя вести, да, чем пребывать в иллюзии и думать, что их вообще нет. Ну, есть. Этот мир устроен по черно-белому принципу, к сожалению. Поэтому просто я говорил о том, что
как раз вот вы эту фразу сказали, да, из прошлых лекций, что как раз если человек разумный и не переступает вот эту границу, да, опасную, то тогда в его окружении больше друзей, чем врагов. То есть врагов очень мало. Он их может даже в лицо не знает, так знает, что ну, в нашем районе живет дядя Вася, и лучше с ним не встречаться, потому что время от времени он попадает в тюрьму за нехорошие поступки. Да, но так он с ним не встречается. Я одно время жил в одном таком районе, достаточно такой бандитский район, такой сельский. Мне приходилось вечером возвращаться домой после лекции. Я когда шел, постоянно шли какие-то драки. То есть постоянно кого-то ловили, кто-то там какие-то двери вышибали. И мне приходилось идти сквозь эту вот такую вечернюю суету сельскую. Ну, кто попадал в такие районы, он знает, такая веселая. Такая. И как-то вот ни разу вот мне ничего и не перепало, в общем-то, так вот. Я все время как-то сквозь эту ситуацию проходил. Потому что все-таки был из другого мира, меня даже не воспринимали на уровне этого на вечернего сельского веселья. Я как-то из другой реальности проходил, просто как так привидение. Мимо всех этих драк, какие-то кулаки летали, доски, я проходил мимо всего этого. Спокойно заходил домой и даже потом перестал волноваться. Меня сначала это беспокоило, в такой район я попал, как-то все. А потом я смотрю, меня даже не воспринимают на уровне объекта этой жизни. То есть я как привидение такое проходил мимо, и в общем-то. Поэтому, в общем-то, мы должны действительно видеть это соотношение. Но если врагов становится много, а друзей мало, следует подумать, может, мы уже перешли эту границу разума и ведем жизнь слишком, так сказать, неразумную, что столько врагов вокруг. Поэтому, да, вот к этому уровню можно смотреть. Это как состояние болезни. То есть микробы-то они есть, но на определенном уровне состояние здоровья поддерживается. Но если мы ведем глупую жизнь, иммунитет наш падает, тогда микробы берут власть и начинается болезнь. Приходит болезнь. Так же и в жизни. Поэтому, в общем-то, все очень хорошо сводится. Да. Я понимаю, да, вопрос. Сам принцип, в общем-то, общения между противоположным полом, это нравится друг другу, вы правильно заметили. То есть женщина проводит часы перед зеркалом, то есть, сказать, зачем она это делает? Спросите ее. Ей хочется нравиться другим, конечно же. Мужчина тоже, так сказать, достаточно, так сказать, хотя бы свои маленькие усилия. Если он уже погладил тхоти, это уже все, это вот он уже подвиг совершил. Ну, так или иначе, он приложил эти усилия, там как-то побрился, причесался, там, зубы почистил. Да, то есть ему хочется, то есть мужчина вдохновляется, когда женщины присутствуют. Женщины вдохновляются, когда мужчины присутствуют, так сказать, как называется, приехать на курорт, надо, так сказать, все свои наряды одеть, да, женщины привозят новые сари, все одевают, ходят, довольны, друг друга ходят, что, то ты в чем приехал, а ты, то есть, ну да, все, кто там, челюсть у кого-то, так сказать, открылась, о, как здорово, то есть это нормальный абсолютно процесс, и он для этого и создан, так сказать, чтобы была эта некоторая атмосфера радости друг от друга, но все это хорошо до тех пор, пока мы не начали строить план по дальнейшему сближению. Вот как только мы пошли уже за кем-то, то есть шли своей дорогой, увидели кого-то и свернули, забыли про свой план и пошли в другую сторону, вот это уже значит, что надо идти в море купаться. Нежелательно там так посидеть, но подольше в море, так сказать, пока оно прохладное. Да, чтобы. То есть принцип, что в межполовых взаимоотношениях все хорошо, пока план не стал появляться в голове. Пока план. Так. Значит, эта женщина ходит на эти лекции, я завтра тоже пойду на эти лекции. Ага. Поэтому если вы этот план в голове поймали, значит процесс начался, все. Это уже не великая радость между, так сказать, радостным взаимоотношением полов. Это уже начался роман курортный. А причем у многих это, так сказать, кармически заложено, именно на отдыхе устраивают отношения.
Это определяется по карме, поэтому некоторые специально для этого выезжают на всевозможные отдыхи. Если вы там посмотрите на Турцию, что там происходит, или еще где-то, кто хоть раз был, это ужас какой-то. То есть это люди специально выезжают, чтобы, так сказать, оторваться по полной программе. Не дай бог это увидеть, но потом ни на Кукуров не захочется ехать. Если хоть один раз вот этот беспредел посмотреть. Ну, у них уже так в судьбе заложено вот знакомиться именно где-то, ну, вдали от дома. Это часть кармы, ее можно прочитать, но мы не будем сейчас каждого изучать, чтобы не волноваться особенно. Но сам принцип, что иногда может появиться такое желание, и мы должны быть крайне аккуратны, что все хорошо, здорово, так сказать, ну, замечательно. Мы встречаемся, чтобы радовать друг друга, но без построения планов. Вот планов не надо. Если вы строите план, тогда строите какой-то более-менее серьезный план, он должен быть обдуманный, разработанный, понятный, культурный, человечный, то есть почему нет? Но это не должно быть таким, так сказать, эйфорией какой-то, таким помешательством. Не должно быть какого-то помешательства, нужно быть крайне аккуратным. Иначе можно опозориться на всю жизнь. Один раз вы себя так проявите, все это заметят. Вы не сможете скрыть от других, что у вас появился план, не сможете. Все заметят, те, кто хоть чуть-чуть знает, как происходит приключение в этом мире, они тут же заметят на вашем лице план. Размят. Все тут же это заметят, и вы навсегда заработаете имидж некоторый. Навсегда, и все. Отмыться потом вот от этого имиджа гулять, вот невозможно. Вот эта дискредитация вот на всю жизнь вообще, потом не отмоешься, не отмоешься. Поэтому, ну, хотя бы ради, так сказать, своей гордости какой-то, ради вот собственного вот такого, в общем-то, престижа, не стоит идти на такие легкие шалости, вот не стоит, потому что не отмыться. Шалость маленькая, поэтому в ведах об этом говорится как о глупости. Глупость называется доша-будхи. Доша-будхи — это когда мы маленьким поступком разрушаем большие, в общем-то, заслуги. И мы могли выстраивать себя в обществе, со своего положения в обществе 10 лет, но потом одна маленькая глупость какая-то, вот такая вот, но некрасивая глупость, и аннулируется все, что заработано. Все, имя аннулируется, все, престиж аннулирован, положение в обществе аннулировано, все, вот, все. Вот, уже жить дальше грустно. И ходит человек и локти кусает. Зачем вот я вот такую вот глупость секундную совершил, и теперь мне 10 лет не отмыться, то есть нужно прятаться куда-то. Вот. Так потом грустно приезжать, потом человек прячется, просто лицо прячет. Я сколько раз это видел, так это некрасиво всегда. Поэтому если уж честно, то честно, а если уж нет, тогда нет. То есть должна быть какая-то в этом такая вот грань, через которую нельзя переступать. Это называется флирт. То есть флирт недопустим, это уже переход этой грани. Это уже все замечают, и очень некрасиво. Очень некрасиво. Иногда доходит даже в противоположные между обратно. Лишь какая-то середина, что полное, допустим, вообще неприятие женщин. Вот у меня внутри мои друзья восьмого, просто маску шерстов. Вот так вот подходит. То есть я тоже как бы в своем модели, тоже как-то вот такое, ну что же можно было говорить, как бы терять сообщение, оно не должно быть нормально. Я к чему, чтобы не было во вторую крайность, как бы вот такое полное неприятие вообще, там что-то полное или не что. Любая крайность. Такое норм, полный пошла или пошел. Я не знаю, на уровне этого. Я понимаю, уровне, да. То есть любая крайность — это всегда немножко смешно и некрасиво, да. Но что мы можем сделать, когда кто-то пытается как-то контролировать себя? Ну что мы можем сделать? Поэтому мы не можем осуждать другого человека, если это его контроль. Мы не можем его осуждать, поэтому намного лучше видеть, как фанатично он контролируется чувства, чем видеть, как они фанатично не контролируются, поверьте мне. Ну поэтому, ну да, но все-таки фанатичный контроль чувств намного красивее, чем фанатичное бесконтрольное поведение. Вот намного красивее. Поэтому пусть, слава Богу, что есть люди, которые как могут, так и контролируют свои чувства. Потому что весь остальной мир так не делает. Поэтому да. А всегда какое-то действие проходит стадию фанатизма. Это абсолютно нормально. Не бывает действия без стадии фанатизма. Всегда. Всегда есть какая-то стадия. Поэтому мы рады, что человек стоит на этой стадии фанатизма. А это значит, что если он на ней стоит, он ее пройдет.
он ее пройдет. Да. Поэтому, ну, может так, может так. Но в конце концов мы знаем, куда мы попали. Есть монахи здесь, мы знаем, и не нужно, так сказать, особенно волноваться, что они прячутся кое-то. Это нормально, сейчас мир такой сложный. Очень трудно сейчас быть монахом. Как так быть монахом, когда везде голые женщины ходят? Трудно быть монахом. Поэтому они как могут скрываются, тем более, что женщины в вайшнаве особенно привлекательны, так как в женщине привлекательна именно чистота. И поэтому мужчинам, монахам очень трудно, так как эта чистота, привлекательность настолько сильна, что им деться некуда. Это очень великая привлекательность, чистота. Женщина, у которой грязное поведение, она не привлекательна, она развратна. Но когда действительно в женщине есть вот этот, эта многолетняя чистота, она следует принципам, она вайшнави, у нее есть эта сила, она повторяет мантру, то ее привлекательность настолько сильна, что, в общем-то, некоторым мужчинам приходится убегать от этого, чтобы сохранить свою чистоту. Это нормально. Нормально. Это нужно только приветствовать. Попробуйте. Но когда к нам приходит уровень фанатизма, мы понимаем, что иногда легче убежать, чем воевать. С этим воевать невозможно, они убегают. Это более тонкое общение такое, знаете, без обладания кем-то, понимаете? Вот чистое вайшнавство. Я понимаю, но мы не будем смаковать сейчас вот эти отношения, потому что... Просто хочется прояснить... Я хочу сейчас один маленький момент сказать, что разговоры об отношениях между мужчиной и женщиной являются частью отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому и разговаривать долго тоже нехорошо на эти темы, так как появляется некоторый момент уже радости излишней на эту тему. Так, поменьше. Эти вещи и так всем, в общем-то, известны. Все тут взрослые, мальчики, девочки, поэтому понимают все эти тонкости. А я хочу, да, все-таки вот этот момент закончить, сказать, что все-таки о межполовых отношениях старайтесь так друг с другом наедине разговаривать. Это более этично, нужно, если есть какая-то проблема в половых взаимоотношениях, нужно какого-то серьезного, так сказать, товарища найти, какого-то мудреца, который в этом разбирается, его так наедине помучить. Помучить это будет более верно, потому что сейчас я все равно не смогу рассказать какие-то тонкости, например, долгие разговоры ни к чему хорошему не приведут. Вот сам принцип мы поняли, и, в общем-то, от этого будем уже отталкиваться. Нет. Да. Да. Когда враг приходит из прошлой жизни, он тоже иногда настолько коварен, что может стать близким родственником. И он сразу рождается на зло. Он рождается и сразу орет на зло, ничего не ест, плюется, кусается. Знаете, вот. В его голосе сразу, ну я вам сейчас всем покажу, я родился. То есть он вот родился. И мы должны понять, что теперь это наша судьба. Теперь наша судьба, и мы должны полюбить своего врага. Полюбить своего врага. Мы в той жизни не смогли полюбить своего врага, то есть у нас не получилось стать парамахамсой. Мы не смогли развить в себе это правильное понимание, что все живые существа – это наши родственники, и мы должны их любить, даже если это мой враг. И ради, так сказать, последнего доказательства он иногда может прийти к нам в семью, играть какую-то роль в нашей семье. Ну что делать? Уже все. Так бывает. Бывает, что враг становится нашим соседом, живет прямо за соседней дверью. И все время говорит, не хлопайте так дверью. Что вы так все время хлопаете дверью? И ходит все время, что-то там, так сказать, ругается. Ну что делать? Ничего не поделать. Такова жизнь. Мы можем менять свое отношение, но мы не должны ожидать, что что-то с другой стороны навстречу изменится. Не обязательно. Не обязательно. Мы можем всегда менять свои отношения. Но ждать от того, что мир изменится, от того, что мы изменили свои отношения, не стоит. То есть, например, пошел дождь. Мы можем взять зонтик, раскрыть и ходить под зонтиком. Но это вовсе не значит, что от того, что мы открыли зонтик, дождь перестанет идти. Пришел холод, мы одели чадр, ходим довольные, укутанные. Но то, что мы одели чадр, еще не значит, что холод пройдет. Это уже его план. План холода, план дождя, когда ему надо, тогда и пройдет. Мы со своей стороны сделали все, чтобы улучшить ситуацию. Сделали все разумно, взяли зонтик, накутались чадром,
и идем довольны, да, дождь, да, холодно, но как-то жить можно. Но мы не должны махать в небо кулаком и говорить, ну я же достал зонтик, что ты идешь дальше, дождь. Нет, это уже будет сумасшествие. Поэтому это же самое некоторое сумасшествие приходит к человеку, но когда он сам меняется и требует встречного изменения от других. Вот это происходит в семье, в дружбе. Мы меняемся и требуем от других изменений. Я же к вам хорошо стал относиться, почему вы ко мне так же дальше относитесь? А у них не было такого плана к нам лучше относиться. Они как жили, так и живут. Мы должны менять свою жизнь. Поэтому если мы начинаем с себя, то в принципе нас перестает так сильно волновать, что происходит вокруг. Мы свое дело сделали, а что там вокруг, ну что мы можем сделать? Мы можем менять только то, что можем менять. А то, что невозможно, мы не можем изменить, к сожалению. Поэтому, тем более, чужая жизнь, человек идет по своему пути, строит свой план, свои какие-то цели, задачи. Ну, что мы можем сделать? Только поменять себя. Это надо учеников Прабхупады спросить. Я не так глубоко общался с Прабхупадой, точнее, никогда с ним не общался. Поэтому я не буду говорить на эту тему. Лучше у кого-то из учеников Прабхупады спросить, они более в этом квалифицированы. Поэтому, если вот точно вам нужен ответ, я не буду говорить, потому что, ну, что я ничего не знаю в этом плане. После замужества. Мы должны понимать, что новые обязанности накладывают отпечаток на наши отношения. Поэтому с одной стороны мы должны понимать, что мы не можем больше уделять столько же времени нашим отношениям, тогда мы должны их проводить по более плотной программе. То есть вот, в общем-то, плотность делает нашу жизнь различной. Мы можем, так сказать, прожить жизнь короткую, но если она будет плотная, то тогда это будет полноценная жизнь, и мы действительно счастливыми уйдем с этой планеты. Но можно прожить жизнь длинную, есть три продолжительности жизни, считается, что короткая жизнь это до 33 лет, это короткая жизнь. Но если человек 33 года прожил, считается, что он полную жизнь прожил, просто называется короткой. Есть жизнь до 66 лет, это средняя жизнь. Если человек до 66 лет прожил, то считается, что он получил второй шанс и прожил тоже полную жизнь. Есть жизнь до 99 лет. Это считается, что человек два шанса получил дополнительных. И он прожил тоже полную жизнь. И тот, кто 33 года прожил, 66 и 99, он прожил полную жизнь. Поэтому не в нашей власти менять продолжительность жизни, в нашей власти менять плотность жизни. Вот плотность жизни должна быть такой, чтобы то, что было утром, вам казалось, что это было на той неделе. Вот чувствовали такое? Вот если жизнь плотная, вот не веришь, что это было сегодня утром. Вот прямо не верится. Кажется, это было точно несколько дней назад. Не может быть, что это было сегодня утром. Знаете, что плотность хорошая, мы действительно, так сказать, в сознании, мы действительно действуем, мы действительно разумны. То есть разум – это умение за меньшее время делать большее количество добрых дел. Поэтому если плотность велика, то мы даже день у нас на год растягивается. Как, знаете, в северных местах год за два высчитывается. Также и человек, который действует разумно, у него тоже день как за два идет, или как за год, как за месяц. У меня иногда бывает, меня приглашают, нужно 4-5 лекций в день прочитать в разных местах. И когда я читаю последнюю, мне кажется, что первую я читал месяц назад. Я уже, мне кажется, это был такой... Или меня кто-то спрашивает, а вот ну, в том году вы сказали, помните? Я говорю, я не помню, что я неделю назад сказал. Уже. То есть такая плотность может быть. И вот это насыщение жизни, это в наших руках. Вот это то, что мы действительно можем сделать, то, что мы должны сделать. Мы должны сделать свою жизнь плотной. Это вот сгустить молоко. Жизнь должна в сгущенку превратиться. А не то, что я раз в год в этом году сделал доброе дело, ну нормально, год прошел не зря, перед Новым годом всем открытку отослал. Ну все, год прошел нормально. Нет. Поэтому в ведах говорится, день должен состоять из тысяч добрых дел.
Из тысяч добрых дел нужно использовать каждую возможность сделать доброе дело. Что угодно, хоть маленькая возможность есть, хоть улыбнуться человеку, хоть место уступить, хоть там сумку поднять, хоть что. Нужно делать. Эти добрые дела делают жизнь плотной, сгущаются. Мы варим свою жизнь, мы вариваем. И на каком-то моменте это превращается в жизнь мудреца. То есть мудрец, у него время буквально останавливается. Поэтому говорится, ему все равно, жив он или мертв. Он постоянно находится в состоянии делания, вот это делание добрых дел, он понимает, что он делает, для чего он делает, вот не жизнь, а сгущенка одна сплошная, вот все, вот, буквально вот все. И то же самое, когда у нас появляется меньше времени, чтобы отдать нашим друзьям, мы должны их, так сказать, за время плотно проводить, плотно, даже если у нас всего 10 минут есть, но эти 10 минут можно зажать в объятиях свою подружку и не отпускать ее, так. Мы так иногда встречаемся, я вижу кого-то раз в год. И иногда нужно приехать сюда, чтобы увидеть того, с кем ты живешь в Москве рядом. То есть, ну, людей, которые, с которыми я живу в Москве, я вижу только здесь. И мы стоим, обнимаемся, то есть, потому что видим друг друга редко. И да, даже тут всего несколько минут есть, чтобы увидеться. Но эти минуты мы пытаемся всю свою душу вложить в это общение, всего себя отдать. То есть плотность в наших руках, поэтому меняйте плотность и сможете регулировать то, что, к сожалению, нужно меньше времени отдавать. С другой стороны, муж и жена должны понять, что не может сразу произойти переключение вот этих, так сказать, отношений, поэтому жена должна понимать, что мужу нужны ребятишки, он должен с ними встретиться в гараже, посидеть, про железяки поговорить, так сказать. А женщине нужны ее подружки, она должна с ними встретиться, по судьбе поговорить, поплакать, там какие-то сказать, свои тонкости. И это их отдушина, поэтому друзья это всегда отдушина, это то, что осмягчает семейный кризис. Но нужно всегда следить, чтобы друзья были именно того же пола. Чтобы не появлялись друзья пола противоположного. Вот это уже ваша прямая обязанность, поэтому если это друзья того же пола, никакой проблемы нет. Это может быть нормальным отношением, сказать, вы должны знать, что человеку нужна какая-то душа. Принцип семьи в том, что семья не должна быть замкнута в самом себе. Семья не должна быть замкнутой структурой, как знаете, сейчас аквариумы не выпускают, которые кормить не надо рыбок. Замкнутая система нет. Если семья это замкнутая структура, и муж живет женой, а жена живет мужем, они живут отношениями друг с другом, то это сравнивается с костром, в который не подкидывают дрова. То есть рано или поздно он выгорает, они начинают съедать друг друга. Все, костер сгорел, им грустно, все, нечего, вот скучно, скукотища. Потому что эти вот дрова сгорели. Поэтому а семья – это структура, которая питается эмоциями извне. То есть муж идет в внешнюю среду, там действует, делает добро и приносит внутрь эту эмоцию, как эти дрова. И жена также идет вовне, тоже она какую-то эмоцию, так сказать, добра выносит. И, соответственно, приносит назад эти дрова, вот, внешние эмоции. И они приходят домой, и этими дровами внешних эмоций подпитывают внутреннюю жизнь. То есть это, да, это внутренняя структура, но она должна подпитываться эмоциями внешней деятельности. Вот тогда действительно отношения будут развиваться. А если так, что все, только ты со мной, а я с тобой, никуда больше, то эта структура самоуничтожится. Муж и жена просто съедят друг друга, и в один момент это все взорвется, поэтому это сравнивается с такой атомной бомбой, то есть эти вот две половинки, критическая масса в один момент становится взрывоопасной, и все это просто взрывается. Такая маленькая ядерная война происходит, все обиженные, потрепанные, опаленные лица. Началось. Критическая масса. Поэтому, в общем-то, должна быть внешняя активная деятельность. Ага. Вопросы? Пожалуйста. Сегодня завершающая лекция. Еще пару вопросов можно задать окончательно. Спрашивайте все. То, что вы давно хотели спросить, но не знали как. То, что было непонятым, то, что недообъяснилось. Ага. Вы говорите, что делать хорошие дела, каждый момент, когда попадаете в финансы, это благость, да? Это благость, это будет благость. А вот на лекции
Здесь вы имеете в виду, что духовное дело относится к мирскому благочестию. Но так как мы изначально подразумеваем о том, что сейчас мы речь ведем о духовно развитом человеке, поэтому какое бы дело ни делал духовно развитый человек, это трансцендентный уровень. Потому что он естественным образом находится на духовном сознании. Поэтому все, что он не делает, это, в общем-то, является не просто мирским благочестием. Он делает это с духовного уровня сознания. Поэтому это особый случай, необычный случай. Это нельзя назвать мирским благочестием. Мирское благочестие – это достаточно грустный уровень, когда мы просто пытаемся решить свои проблемы, окупив себе какую-то вот зарплату из добрых дел. Однако веды сразу же нас предупреждают, что нет смысла в мирском благочестии, потому что как за хорошие поступки, так и за плохие приходит карма, приходят последствия, да, она приходит. Поэтому нет смысла вообще, в общем-то, долго находиться на уровне мирского благочестия, так как все равно человек получает последствия, и он все равно страдает, причем получает хорошие плоды, иногда еще больнее, чем плохие. Потому что если пришел плохой плод, то рано или поздно все равно он уйдет, и это принесет нам радость, да, облегчение. Но если пришел хороший плод, то он также рано или поздно уйдет, но это уже принесет нам большие страдания. Поэтому даже приход негативного вот этого, в общем-то, последствия, он даже более радостно нами воспринимается иногда, то есть разумные люди это более радостно воспринимают, так как, пришло немножко страдание, ушло, и слава Богу, так сказать. Но когда хорошее приходит, потом с этим расставаться, вот где проблема, потому что привязанность возникает, какие-то надежды на это, еще что-то. Поэтому это просто мучение, разные варианты мучения, как, в общем-то, как любые последствия, они всегда предназначены на то, чтобы направить нас к поиску духовных истин. Поэтому какая бы карма ни пришла, она будет нас мучить, чтобы мы шли к духовным поискам. Но так как подразумевается, что все-таки мы находимся на духовном уровне, а духовная практика это есть, в общем-то, а ступень духовного развития, так, какая бы она ни была, даже самая простая. А поэтому все поступки, которые уже совершает на этом уровне человек, уже нельзя назвать обыкновенной мирской благотворительностью или мирской деятельностью. Нет, он уже вкладывает в это философское понимание. Человек уже вкладывает в это. Когда духовно развитый человек что-то кому-то дает, тот, кому он дал, становится ему должен. И тот, кто должен, он идет вслед за тем, кому он должен. Поэтому, если духовный человек дал кому-то что-то, тот, кому он дал, он теперь идет вслед за ним. Естественным образом идет вслед за ним, но развивается, у него появляется развитие. Понимаете? Мы так очень грубо воспринимаем эти, в общем-то, законы благотворительности, эти законы добра. Мы так очень грубо как-то вот это вот, так сказать, дать, не дать, Хари Кришна в ответ скажите обязательно, еще что-то. Мы должны понимать, что чтобы духовный человек ни делал, он делает это от любви к Богу. И Бог в этот же момент видит, к кому проявляет милосердие духовно развитый человек. Это, в общем-то, мы показываем Богу пальцем, в общем-то, что вот к этому человеку мы хотим проявить милосердие. И так как Господь хочет нам помочь, Он хочет помочь духовно развитым людям, то Он теперь начинает этому человеку помогать. А поэтому даже, еще один такой момент, даже если мы по какой-то причине думаем, что это не особенно духовная помощь какая-то, даже если мы так думаем, то ради
того, чтобы показать хороший пример, мы должны делать добрые дела. Поэтому говорится в Ведах, что полностью духовно очистившийся человек может больше не исполнять свои долги. Если у него не осталось никаких материальных желаний, он может больше не исполнять свои долги перед этим миром. Но он все равно это продолжает делать, чтобы показать хороший пример своим последователям. Понимаете? Поэтому хотя бы ради того, чтобы показать хороший пример, чтобы о духовно развитых людях думали хорошо, необходимо совершить доброе дело. Понимаете? Потому что простой человек, он не поймет нашу великую философию, чем отличается уровень благости от уровня страсти, от уровня невежества. Но он поймет наш поступок, что мы не помогли человеку, а гордо прошли мимо. Поэтому ради того, чтобы хотя бы появились, так сказать, благие мысли у тех, кто видит наш поступок, нужно поступать благородно. Вот. В чем идея благородства? То есть благородство — это всегда немного жертвенность. И мы всегда готовы даже чем-то пожертвовать ради того, чтобы действительно дать хороший пример. Пример всегда трудно давать хороший. Всегда легче сослаться на какую-то философскую причину, чтобы уйти от своего долга. Но наш долг — показывать пример. В этом наша миссия, то есть миссия, наша традиция — это показывать пример. Мы идем за примером нашего учителя, а кто-то должен идти за нами. Поэтому мы должны показывать пример действительно высокодуховного поведения, высокоблагородного поведения. Значит, мы не должны не отказывать никому в помощи, не упускать возможности сделать доброе дело. Шрила Прабхупада это называл вот этим сознанием джентльмена. Джентльмена. То есть это не какие-то бесполезные движения джентльмена. Нет, это действительно благородное поведение. Благородное поведение. Общался, все же ничего, и вот глубина отношений, и действительно есть вот такой вот, знаете, как бы друзей, которые мы даже ищем, как бы, и с каким общаться, но на какой-то глубине. Но это всегда очень сложно, потому что люди не открываются, вот, нет искренности, откровенности, вот такого доверительности. Вот что вы посоветуете с вами? Когда мы развиваемся, то наши интересы меняются, а мы говорили, да, на этих лекциях, что друзья сходятся, в общем-то, по некоторому равенству. И равенство интересов — это тоже то равенство, которое должно быть. Поэтому какие-то, конечно, наши старые дружеские отношения естественным образом перевоплощаются, просто уже нет вот этих общих связей. Поэтому мы ищем другие отношения, но другие отношения мы видим уже на более глубокой основе строятся. И чем более глубокая основа у взаимоотношений, тем они более редки. А поэтому, если раньше у нас могло быть 1000 друзей, но это были поверхностные отношения, мы с ними там веселились вместе, развлекались, но теперь у нас нет этого уровня такого просто общего веселья. Теперь у нас философский уровень, и философские взаимоотношения, духовные взаимоотношения уже имеют более редкую природу. Это возвышено, то есть, а всегда развитие идет некоторой, ну, пирамидой, то есть, чем выше вверх, тем меньше взаимопонимания некоторого, то есть, мало уже тех, кто может нас понять, поэтому их и так-то уже мало, так сказать, еще из них нужно найти те, с кем у нас будут глубоко дружественные отношения, поэтому в законах Артхи говорится, что человек не должен волноваться по поводу количества друзей, когда его сознание развито, он должен волноваться по поводу уважительных отношений. Поэтому если нам удается хотя бы устанавливать уважительные отношения, это уже считается первичной дружелюбной платформой, чтобы чувствовать себя более-менее в дружелюбной среде. Но достичь вот такие уже вот полной сердечной открытости на высоких уровнях, это не всегда так легко достигается. Не всегда. За это нужно заплатить большую цену. Это, да, но все это придет естественным образом, если мы со всеми пытаемся сохранять уважительные отношения. Поэтому принцип установления взаимоотношений в нашем развитии — это устанавливать уважительные отношения и их поддерживать, уважительные отношения.
И тогда среди ряда уважительных отношений, может быть, один из ста, появится наш друг, может, он будет жить даже не в нашем городе, может быть, даже не в этой стране. Но то, что он будет один, вот этот друг, с которым возникли очень глубокие отношения, это и будет оплата за 1000 уважительных взаимоотношений. То есть мы должны уважительными отношениями окупить милость Господа, ну так, конечно, грубо звучит, заслужить милость Господа, но которая проявится в том, что нам будет послан друг. То есть в этом случае друг — это прямая милость Господа. Но нужно поддерживать этот уважительный уровень с каждым. Тогда этот друг, он спустится с небес. И действительно, мы сможем раскрывать свои сердца. Поэтому, конечно же, здесь уже немножко другой уровень отношений. Но он и дает другой результат. Конечно же, друг на духовном уровне, он перекрывает 10 тысяч, 100 тысяч друзей на уровне материальных, чистых отношений. Поэтому и плата другая. Но это того стоит. Поэтому уважением. Уважение нужно это заслужить через большое количество уважительных отношений. Ага, что-то еще? Да. В нашей книге «Чекнолиза» и «Планета успеха» на жизнь человека там разбита на этапы. Вот. И в книге «Метапы» сведения, да? Разбитие ребенка, подростковый, там, и молодежи, то есть, дает. То есть, вот если человек один из этапов, ну, так, посмотрел, поглядел и выполнил свой долг, а ему уже, то есть, то, что у него должно развиваться другие же качества, а ему нужно еще должно выполнить то, как поступать. То есть идти дальше в духовности, мудрости, а семью забыть и забыть. А вам уже 51 год? 50. 50? Нет? Я в общем. Но это речь идет, что семья пройдена, это когда человек уже 60 лет, 70, ему уже не нужно опять создавать семью. Это уже, да, это уже все, это этап уже пройден, он уже прожит. Да. Ну, это значит, что ему осталось совсем немножко. Я не хочу рассказывать, так сказать, что происходит с человеком в старости в этом плане. Об этом есть псовые трактаты, которые не рекомендуют в старости создавать семьи. Особенно с разницей в возрасте, потому что старость достаточно быстро отключает радость от взаимоотношений в семейной жизни. Поэтому нужно быть крайне аккуратным, понимая, что дни сочтены для семейной радости, и мы будем обузой для наших отношений. Поэтому уже нужно быть крайне аккуратным, посоветуйтесь с тем, кто в этом разбирается хорошенько. То есть нужно понимать, что, ну вот, если этап пройден, то он экстерном немножко сдается. Экстерном. Поэтому, например, в астрологии говорится, что если у тебя нет детей, то по карме это восполнится тем, что у тебя будут ученики. То есть никакой проблемы нет. Поэтому, в общем-то, мы не должны волноваться, что мы не выполнили, ну, какую-то часть нашей миссии, может быть. Но она восполнится потом экстерном на другом этапе своим образом. Если человек не смог создать материальную семью, у него будет большая духовная семья. Если человек не смог родить детей, у него будет много учеников. Знаете, даже дата смерти, если человек действительно развивается духовно, может быть заменена на принятие отреченного образа жизни. Есть такие законы интересные. Поэтому если в карте рождения прописана смерть в какую-то дату, то на самом деле это может быть принятием отреченного образа жизни. А это в материальном плане это смерть, это считается как смерть. А поэтому если мы действительно развиваемся, то можно не бояться, все будет заменено на более высоком уровне, на более какие-то возвышенные варианты того, что мы не смогли пройти. Ну что теперь делать? Мы много что не успеваем иногда, но потом мы это экстерном, так сказать, и на более высоком уровне, более возвышенным вариантом сможем сдать, но не рекомендуется человеку, так сказать, имитировать уже то, что он не смог сделать. Это уже будет похоже на имитацию, это будет не очень красиво. То есть уже имитировать поздно. Поэтому нужно быть крайне аккуратным, когда уже явно, так сказать, мы не успеваем что-то, нужно посоветоваться опытными людьми, которые бы посмотрели на наши возможности и смогли нам дать хороший совет, чтобы... А потом не мучиться с той системой, которую мы создали, уже не разрушить. Просто может сил не хватить. Все-таки ну, семья требует достаточно много лет, пока детей вырастешь, пока их всех там замуж выделишь. То есть это 20 лет нужно как минимум. И
нужно успеть это осуществить. А так просто всех родить и потом бросить, умереть, это тоже не очень, так сказать, хороший подарок для детей. Поэтому нужно всячески подумать со всех сторон, достаточно сложный вопрос, и уже принять обдуманное решение. Да. Да. Да, я понимаю, да. Ну, работа, видите, это не дружеские отношения. Работа – это административные взаимоотношения. Не может быть дружбы с начальником, не может быть дружбы с... Это административные отношения. Мы себя должны вести по принципам административным, как называется, когда подчиненный должен уважать старшего. Субординацию нужно соблюдать. То есть тут принцип субординации. Все на работе, вот четко, понятно. Это подчиненные, это старшие, это другой отдел вообще, не знаю, так сказать. Все. То есть достаточно вынужденные взаимоотношения, где мы должны, в общем-то, и вести, где мы должны жить по правилам, которые, в принципе, действуют на этой территории. Мы говорили, да, об этом, что когда мы попали на чью-то территорию, нужно действовать по этим правилам. Поэтому есть такое понятие, как испытательный срок. И мы немножко забыли, о чем этот испытательный срок, и ну зачем он нужен, когда человек идет в какую-то среду, он должен понять, а может ли он в этой среде находиться эмоционально, его ли это эмоциональная среда. Поэтому всегда есть какое-то испытательное время, когда мы должны прийти, посмотреть, попробовать, может ли это быть той средой, в которой я могу находиться, не ад ли это для меня, в конце концов. И поэтому, если это более-менее нас устраивает, то мы можем в этой среде находиться, но мы не можем принести свои правила так просто. Только если мы директор, и то у директора это не получается. Когда директор приносит свои правила какие-то новые, то полпредприятия запросто уходит вообще и все. И у него остаются там несколько человек, которые его поддержали. Я много раз это видел. То есть даже директора никто так просто слушаться не будет, если он резко раз и все изменит. Поэтому мы должны понимать, что есть более культурно свободные среды, где можно что-то менять, вести себя более-менее открыто. А есть системы, где нужно вести себя по правилам. По правилам. И поэтому вот работа – это достаточно такая жесткая среда, где есть четко установленные правила, у каждого свои. И нужно быть в рамках, поэтому действуйте в рамках. Поэтому на некоторых работах принципиально нельзя дарить подарки. Принципиально нельзя. То есть у меня была знакомая женщина, я был с ней знаком, она работала в администрации города. Я съездил в Индию, она, в общем-то, налюбила такие индийские всевозможные поделки, я привез там красивого там какого-то там изображения, какое-то красивое. Принес ей на работу, чтобы подарить, без всякой задней мысли. И там столько было, так сказать, неприятностей. Да ты что, уберите, какое вы имеете право, я не понял, что такое происходит. На самом деле, в этой среде не принято на работе дарить подарки. Я был в то время еще неопытный, я не знал, что... А там борются с этими взятками, там с тем, с другим, такая среда, знаете, вот, жесткая. И потом уже мы на улице вышли, встретились, говорят, ты что, на работу никогда, какие подарки на работе, меня съедят вообще, если увидят, что я там что-то взяла. А так давай, да, то есть в этом принцип, что мы должны учитывать ту ситуацию, в которой мы находимся, если ну не принято, или кормить так просто кого-то, как вы просто так накормите, тоже иногда это не принято. Все там вышли куда-то, съели непонятно что, вернулись, то есть. Поэтому в рамках нужно действовать. Это принцип разума, не выходить за рамки. Принцип разума. Как только вышли за рамки, начинаются проблемы. Проблемы начинаются. Поэтому с проезжей части не съезжайте. Потому что там уже проблемы начинаются. Вот деревья, столбы, овраги. Нужно в рамках дороги двигаться. Это правда. Последний вопрос. Завершающий. Да.
есть ли ситуации, при которых можно расстаться. Такие ситуации есть, но их нужно лично обсуждать. Если я сейчас их произнесу, то сразу кто-то пойдет и разведется. Поэтому только лично. Только лично. И нужно посоветоваться именно с разумным человеком. Нельзя пойти к какому-то там государственному психологу или еще куда-то. Потому что там такие советы дадут, что упаси Бог. Нужно пойти действительно к разумному человеку, который сможет дать хороший совет. Посоветоваться какому-то действительно мудрецу, который в этом разбирается. Тому, кто прожил семейную жизнь, знает, что это такое. Потому что семейная жизнь – это проживание кризисов. Это проживание трудностей. И некоторые кризисы мы воспринимаем как за невозможные какие-то ситуации. На самом деле нужно просто перетерпеть, что делать. То есть не при каждой болезни нужно кончать жизнь самоубийством. Поэтому если мы возьмем тело, то мы увидим, что вообще в принципе нет такой болезни, при которой можно покончить жизнь самоубийством. Ее просто нет. В любом случае это будет грех. А поэтому что говорится в ведах? В ведах говорится, если врач тебе говорит, что твою болезнь вылечить нельзя, значит иди ищи другого врача. Вот интересный совет. А поэтому если кто-то вам говорит, что вашу семью уже вылечить невозможно, идите поищите еще других специалистов. Может быть можно. Может быть не стоит убивать, поэтому семья сравнивается с ребенком. Мы должны ее вырастить. Мы должны ее довести до ума, поэтому постарайтесь все-таки вылечить. Один специалист не может помочь, может другой, может. Приложите все усилия. Представьте, что вы лечите ребенка. Вот такие усилия нужны. И вот если он умер сам, все, вы сделали все, что могли. Ничего не поделаешь. Если семья, вот вы сделали все, но вот вы просто вот ничего не получилось, но вы сделали все, что смогли. Ваша совесть честна. Понимаете? Вы честны перед собой, перед другими. Вот ничего сделать не смогли. Все. Человек просто собрался и ушел, вы не знаете, где он. Что вы можете сделать? Поэтому и то в ведах говорится, в законах Ману говорится, что если родственник пропал, нужно ждать его 11 лет. И только после 11 лет можно принять, что он пропал без вести. Как ну, так мы все к войне возвращаемся, да? То есть, ну пропадали люди на войне, потом создавались новые семьи, а он потом раз и возвращался из плена там откуда-то. Потому что долго, даже в России там 15 лет держали военнопленных. Знаете, и там тоже держали 20 лет военнопленных. И он возвращался, а там уже веселуха, так сказать, все о нем забыли. Поэтому даже если мы возьмем на законы ману, то даже если человек пропал, то есть тапочки одни от него остались, вот пришли на море, там одни тапочки, если смотрю, у моря одни тапочки стоят, то есть, ну что, кто-то ушел в море, не знаю, вернулся, не. Даже если он пропал, тапочки, так сказать, только одни остались, то мы должны какое-то время достаточно долго ждать, оплакивать, надеяться, что... Вот 11 лет, например, рекомендуется ждать женщине, и только после этого он считает, что пропал без вести. Все. Нужно строить как-то дальше жизнь, как-то решать ее. Но какое-то время нужно ждать. Это наш долг. Это наш долг. Поэтому относитесь к семье, как к ребенку, как к живому существу, и тогда совесть будет чистая. Потому что на сейчас у нас очень велико желание быстро решать наши проблемы. Сейчас вот все такое скоротечное. Быстрее, 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 быстрее. Быстро поженились, а не получилось, быстро развелись, быстро, 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 быстро. Но с жизнью так быстро не решишь, быстро не родишь, так сказать, быстро не воспитаешь, быстро уму разума не дашь. И также семья, быстро семью не создашь. То есть там 30, 40, 50 лет дается на создание семьи. А мы попробовали 3-4 года, ну не получилось, что теперь делать. Ну и ребенок тоже за 3-4 года разумным не стал. Ну что теперь делать? Он и к 30 годам не всегда разумным становится. Что теперь делать? Поэтому вот только когда вы поняли, что все усилия приложены, что тысячи специалистов обойдены, и вы приложили все, что смогли, и все, только тапочки остались от этого человека, он сам ушел, значит, вы можете честно, спокойно жить дальше. И людям в глаза честно смотреть. И люди вас поймут тогда. Скажут, ну вот, да, вот эта ситуация интересная. Все, Прабхупада ки джай, нитай гоура прананда. Спасибо большое. Если кому-то эта тема интересна, это, к сожалению, только часть из тех лекций, которые я планирую прочитать. Я планирую лекции 40 на тему дружбы и 40.
что я только эту тему задал. Я буду ее читать в течение года. И те, кому интересно, вы можете на мой сайт заходить и скачивать новые лекции. Я их буду читать в разных театрах, когда буду путешествовать по России. Новые лекции я их буду выкладывать. Поэтому я выкладываю постоянно новые лекции в звуковом и текстовом варианте. Сайт легко запомнить, ruzov.ru. Поэтому легко можете заходить и скачивать новые лекции. Там все есть. И эту тему я хочу так достаточно серьезно развить. Я думаю, что будет лекции 40 или 50 по этому вопросу. А? Которые сейчас тоже будут выложены, все будет лежать, и они дальше будут идти, как «Дружба и ссора» будет называться семинар. Спасибо большое.